А вот спикер карельского парламента Элисан Шадалович встретился с жителями села Великая Губа. К нему пришли за помощью в организации приема врача-терапевта, капитального ремонта одного из домов и транспортного сообщения с райцентром. Все обращения, которые поступили в ходе этого дня, также приняты в работу. На встречу парламентариев с избирателями, напомнили в ЗАГС-собрании, также можно прийти в любой месяц по графику, который находится на сайте парламента.